Всем привет! Сегодня в нашем обзоре пойдет речь о младшем представителе линейки моделей Capture от компании Roland. Внутри карты находятся 24-битные преобразователи, поддерживающие частоты дискретизации 44,1 и 48 кГц. На лицевой панели карты расположены два удобных слайдера. Левый отвечает за управление уровнем входного сигнала, а правый за уровнем выходного. Также присутствует индикатор клипирования и индикатор подключения карты по USB. На фронтальной панели Duo Capture представлены линейный вход, реализованный в подключении типа мини-джек, микрофон-инструментальный TS-вход, выход на наушники, а также линейный выход стандартный мини-джек. На тыльной стороне карты находится переключатель конфигурации мониторинга входного сигнала, кнопка включения Hi-Z режима для записи электро- или бас-гитары, переключатель чувствительности входного сигнала, а также USB-порт для подключения к компьютеру. На обратной поверхности Duo Capture находятся два переключателя. Переключатель используемой частоты дискретизации между 44 и 48 кГц, а также переключатель для использования дополнительных расширений карты. В комплекте с аудиоинтерфейсом вы найдете все необходимое программное обеспечение, а также версию популярного аудиоредактора Sonar LE. Модель Duo Capture выполнена в компактном пластиковом корпусе и имеет удобный доступ к элементам управления и подключениям карты.